И причем в точке приземления он еще всех замедлял. Теперь какая штука? Теперь он прыгает всего лишь на 550, то есть недалеко. Но на монокост уменьшили кулдаун до 6 секунд. То есть каждые 6 секунд он может прыгать. Монокост 40, то есть не так уж и много по мане. Кастпоинт уменьшили, то есть быстрее кастует. 0,2 секунды, то есть практически мгновенно может кастовать. Самое интересное, Time Walk, ну вот написано, now undoes any damage taken in the last 2 seconds. То есть любой damage, который Void получил последние 2 секунды, он отменяется. Ну, то есть, понимаете, да? Прыгает каждые там 6 секунд, любой damage отменяется. Плюс ему пассивку заменили, вот этот 25% шанс, там, что он выйдет все что угодно, заменили на AOE дебаф, который длится 6, 7, 8, 9 секунд и замедляет время на способностях противника. То есть останавливает кулдауны. Допустим, там вы даете какой-нибудь, ну, там, хил, допустим, на Omni-Knight, да, или, допустим, Repel, да, у которого кулдаун 12 секунд, вот, и к этому кулдауну 12 секунд еще добавляется... Сколько секунд? В общем, ну, короче, на какое-то время они замедляются, эти вот кулдауны, то есть останавливаются, кулдаун не идет. Плюс еще замедляется передвижение противника на 4, 6, 8, 10% за каждую обилку, которая была остановлена. Вот так вот. То есть чем больше у вас активные способности, чем больше вы их завязали, тем больше вы замедлитесь. Ну, весьма-весьма интересно. Ну, давайте к драфту. Потом, конечно же, будем обсуждать. Тут обсуждать, не переобсуждать. Undying Bane, Stalker и Invoker для команды Shazam. И вот у нас два Ритсу. У Шазамов Ритсу голубенький и Ритсу зелененький. Вот, ну, два сапога, что называется, пара. Таск, Дазл, Спирит и Рубен у Бриалов. Так, давайте быстро подумаем. То есть кэрри, да, не хватает, если имба Спирит идет в мид. Если Спирит идет не в мид, то не хватает мидера. Все понятно. В этом отношении у Шазама не хватает кэрри, потому что у них есть уже три саппорта: Undying Bane, Stalker, ну, Invoker там в центре, понятное дело. И Тинника забанили. А, то есть, ну, мог бы и Тинник, наверное, в центре, да, пойти, там как-то что-то бросаться, там, блинк и так далее. Инвокер мог бы, наверное, кэрри. Кстати, у Инвокера теперь на первом левеле сразу же имеется инвок, то есть ульта, то есть он сразу может санстрайк вам отвесить. Или там EMP, допустим, на руну поставить. Ну, или что-нибудь такое, там, Cold Snap. Cold Snap же синий-синий-синий. Синий-синий-синий. Квас-квас-квас. Верочку убрали. Кстати, насчет Windranger тоже. Ну, вот видите, любого персонажа, которого не возьми, там про него даже можно говорить, что-то изменили. Только Джиггернаута, кстати, в патче не изменили. Вообще-то ни одного изменения не было. Ну, наверное, там еще какие-то персонажи, просто я о них не сразу вспомнил, не вспомнил. Верки что сделали, интересно? Верки сделали Шейкл. Шейкл был одним из тех скиллов, от которых нельзя было увернуться. То есть вот как у Алхимика Ботл, например, как у Медузы Мистик Снейк, как у Герокоптера там Ракета, ну и так далее, и так далее. Как у Таска Сноубол. Вот, теперь можно увернуться от Шейкла, но Шейкл теперь летит быстрее. Но, правда, угол, которым он вяжет, теперь не такой большой. Раньше, ну, как-то раньше был угол 26 градусов, вот, теперь 23 градуса. Посмотрим, насколько это будет сложнее. Или там, кстати, по-моему, Разора тоже еще, кстати, в патче не трогали. Ну, в общем, масса там всего. Масса, масса, масса всего. Пишут, надеюсь, алхимиков больше не будет в играх. Ну, не сказал бы, что такой плохой там прям персонаж. Немножко нерфнули алхимика, там ему рунку на первом левеле теперь за 500 голды не поднять. Теперь там 3, 4, 5, 6 модификатор для рун. Гривус Грид. Но 300 голды тоже нормально. Тоже нормально, а буквально на там каком-нибудь седьмом левеле, если он максил эту самую медальку, то у него уже шестикратный будет прирост к деньгам, что, наверное, даже еще круче в итоге. Не сразу круто, но постепенно круче будет, вот как-то так.
там пишут, если алхимик на 10-й минуте закупит, запулит Аганим Бристу, будет имба. Ну, кстати, да, насчет Бристалбека тоже добавили товарища Аганим. Вообще, многим персонажам добавили Аганимы. Тайдухи, наконец-то, добавили Аганим. Ну, какой-то вот у Тайда Аганим такой слабенький, если честно. Он позволяет Гашу быть нечто вроде павершота ВР-ки. То есть быстро летящий Гаш по земле, даже не павершот, скорее, как у Магнуса Шоквейв. Вот Шоквейв только Гаш. Ну, правда, со всеми вытекающими последствиями в виде замедления, там, вообще в виде снижения брони. Топлар Ассасин, то есть все-таки были правы Бореалы, что банили именно мидера. Появился... Ну, то есть Рицу и Рицу, естественно, конечно. Два мидера, вот так вот у нас два персонажа, два мидера. Друзья, я к вам хочу обратиться с просьбой. Скажите, сообщите, пожалуйста, насколько хорошо слышно доту. Может быть, ну просто мне ее как-то очень громко слышно, мне прям даже некомфортно. Но если вам нормально, то окей. Я так и оставлю. In-game. Так, в общем, появление нового патча, как всегда, это возможность для огромных просто теоретизирований, теоретических выкладок и прочих штук. Самое главное, знаете, что патч вышел за полгода до International, то есть, какой, это цыпленок? Ну, было похоже на цыпленка. Так вот, за полгода до International, то есть, как было в прошлом году, вышел там... буквально в начале лета или что-то такое, или в конце весны. Ну, могу ошибаться, друзья. Ну, в общем, сейчас очень-очень-очень загодя патч выходит, соответственно, будет у команд возможность подготовиться, и нельзя будет сказать, что там кто лучше въехал в патч, тот там типа и затащил, ничего такого нет. Причем это даже, наверное, про мейджор нельзя будет сказать, потому что мейджор будет аж в марте, а до марта как бы январь и февраль. Ну, два месяца. Тут за два месяца можно... Ну, хотя нет, все равно будут говорить, да, там патч, там еще за два месяца не смогли найти стратегии, найти себя. Ну, что ж, если за два месяца вы не можете себя найти, то, друзья, вам не место в доте. Что из хороших новостей? Из хороших новостей, ну я жду Тайдхантера вообще-то в драфте. Тайдуха вообще жесткий товарищ, и Войд, ну Войда нет, потому что его вырезали из Captain's мода, но вот очень какой-то такой Войд прям сверх какой-то имбаланс, мне что-то кажется. Из хороших новостей новый герой, абсолютно верно, 3 новых героя в Captain's мода, друзья, чем не хорошие новости? Новая руна, новая имморталка, новая карта, новые там крипы, ну то есть еще там по стаку добавят крипов. Новый интерфейс, если вы купили в 2015 году компендиум, то у вас теперь вот здесь вот можно будет пустынную доту замутить. То есть будет там какие-то кактусы расти и выжженная земля. Стал дешевле ботл, стал дешевле сапог. Теперь можно выращивать собственные деревья, не будучи фурионом. То есть вы покупаете так называемый танго, Iron Branch. И с помощью Iron Branch можно посадить дерево. Правда, на некоторое время, но все равно. Можно за ним спрятаться. Приходишь, вот дерево стоит, или там три дерева, оп, такое, что такое, засада, западня, кто-то там за деревьям, кто-то в теремочке живет, и вот так как-то оно будет. Неплохо слышно, слышно гуд. Слабо слышно доту. Вы, по-моему, меня разводите. Кому-то хорошо слышно, кому-то слабо. Вы давайте как-то одновременно. Подешевели курьеры, да, друзья. Теперь с саппортом... Ну, то есть, вот патч хорошо сработал в пользу саппортов. То есть, во-первых, за варды стало больше опыта. То есть, 100 опыта теперь за убийство варда. То есть, как бы, убиваете 2 варда, и сразу второй левел. Ну, вообще круто. Вот. Ну, сразу же 2 варда убить, наверное, сложно, но, тем не менее, 100 экспы неплохой будет для саппорта. Сапоги, которые дешевле. Потом еще добавят новый артефакт, он называется как-то там. Как-то там. Сейчас мы уточним, как-то там он называется. Типа что-то бранча. Ну, только бранч плюс 1 ко всем статам дает. Этот артефакт может вас похилять на 75 хп, но он дает атаки. Называется Fiery Fire, волшебный огонек, вот так вот.
Два дамаги дает. Ну, как бы норм. И можно похиляться, то есть... Типа вас клянчит в пабе постоянно, дай танго, да, и вот... Танго восполняет как бы 115, да, хпшек. А тут 75, ну, сразу будет восполнять, что, в принципе, неплохо. Очень много хороших новостей, честно говоря, всех сразу и не упомнишь, и не перечислишь. Но они есть, но они есть. English stream is dead. It's a pity. Очень жаль. Есть вообще история к этому новому герою. Ну, кстати, насчет нового героя, Рокварден, вот, опять же, да, пропустили мы самое главное, добавили нового героя, друзья. Хотели вы, собственно, Питлорда, все, наверное, хотели Питлорда, но добавили Рокварден. А, интересовались мы у Вилата на мейджоре Рокварден или Питлорд, он сказал, кто такой Рокварден. Ну вот Роквардена добавили, на самом деле очень серьезный такой герой, особенно для мидеров, потому что ультимейт Роквардена позволяет ему создавать копию Роквардена, то есть свою собственную копию, у которой, внимание, есть все ваши скиллы и все ваши, показываю на предметы, все ваши предметы и скиллы, то есть если у вас есть хекс, там какой-нибудь барабан, не знаю, Йиул, то вы можете прожать этой копией хекс, барабан и Йиул. И все скиллы тоже можете прожить, ну, кроме ультимейта, естественно. Вот. А скиллы у Варден неплохие весьма. Ну, там, как бы, может быть, в большей степени какие-то они там вспомогательные скиллы по типу, там, ауры, которая дает 100% evasion и увеличивает move speed, там, или... Ну, в общем, как минимум, там, ну, какие-нибудь там двойные юлы, там, или двойной форстав, это нормальная такая тема. Так. Плюс вот тот же скилл, который там до 100% evasion дает. А если их два, да, то есть они там действуют, по-моему, по 5 секунд, что такое. 10 секунд, как бы 100% evasion. А вы пришли тавер пушить, да, у тавера 100% evasion на 10 секунд. Еще фортификация, 15 секунд? Что вы 15 секунд, там можно помириться этим. Ну да ладно, давайте уже прекратим обсуждать чат, немножко чат, патч. Будем больше на игре концентрировать свое внимание, а то мы так все пропустим. Итак, что у нас получается? Рицу на инвокере стоит против Зеппингса. Джеппинса. Против Джеппинса. Зеппинс. Почему Зеппинс прочел? Джеппинс. Против Джеппинса. И помогает ему Бэйн в этом. На центре у нас против Рицу, опять же, действует. Действует Рубик вместе с Разором. Ну, а на нижней линии, МСС. Против Рики Бойса и Соумы стоит, и ему здесь помогает Old Chicken, старый цыпленок. Ну-ка. 2 минутки у нас уже прошло, 2-2 у темпларочки, у Разора чуть-чуть получше. Ну, у Разора есть помощник, Рубен, пиццадет. Так, вот зацепили, высасывают дэмэдж, теряет очень много урона, но самое главное хпшечку не потерять. Так, рефракшн, и бежать. Пришел Бэйн, говорит, ну-ка спать. Хотя, на самом деле, сейчас Бэйн погибнет, смотрите, это, скорее всего, хотя нет, там есть плазмафилд, больно-то и одному, и второму было, и вот... Не совсем понятно, кто бы там мог погибнуть. Погиб бы там кто-то, а может быть и не погиб никто. Ну так получилось, никто не погиб, но... Прохора... Так, все-таки кто-то погиб, но у нас тут замес, потому что бьют Бэйна, Бэйн пытается уйти, высасывает из него дэмэдж, он теряется, скорее всего, еще один удар, да, Бэйн погибает, отправляется на фонтан, 1-1. Спириты забирали, господа Чикен и МСС. Ну, в общем... У нас был экшен одновременно на нескольких линиях, и мы наблюдали за центральной. Так, как реки. Слушайте, они такие просто жестко агрессивные, сейчас же погибнешь, да, погибают, и вот теперь Греф на себя дазл бросает. Ну, слушайте, не хочет отпускать, ну, Soul Rip там как бы мало, вокруг него, наверное, крипов, поэтому сильно не подхиляется, сейчас дикие-то будут спадать. Ну-ка. Слушайте, тут еще и Рубик подтягивается, так, пошел Чикен.
подхиливают сейчас Undying'а с помощью... Так, там Таск где-то погиб, в общем. Что у нас в центре? В центре у нас Ритсу без маны, ну и Разорд. Ну, продаст маны, и хпшечек у него побольше. Чуть получше дела идут. 2-2. Так, так. Еще из интересного, друзья, почитайте про Вингу изменения. Добавили ей там аганимчик. Ну, то есть у нее и так был аганим, который увеличивал раньше свапа. А теперь после смерти Винги остается вместо нее ее копия. Ну, как бы, копия Винги, которая может использовать свои скиллы Винги, собственно, ну, без артефактов, правда. Артефакты использовать нельзя. Но зато копия Винги остается. Она получает там больше урон, но наносит сама меньше урон. Но, как бы, типа, Винга погибает, но не погибает. Вот так вот. Винга Шрёдингера получается у нас. То есть вроде как и мертвая, но в то же время и нет. Так, то что ж, 2-2, 4 минуты, 23 секунды. Ой, Таск хотел переключиться, но уже поздно переключился. Давайте смотреть в центре, что у нас. В центре у нас у Рицу минус 73 урона, у Разора, соответственно, плюс 73. И учитывая рефракшн, учитывая... Надо бежать. Все, рефракшена нет, тут крипы, тут, в общем-то... А тавр не бьет, смотрите, мог бы там разочек хотя бы... Дамаги там много, 62 плюс 76. Не хочется почему-то еще и сагрил тавр на себя, тычку впитал, Рубен тоже впитал тычку. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, а у нас замес внизу. Так. Очень больно. МСС закрыли вошел. Ой-ой-ой, золотая тамба. Сноубол покатился. Сноубол попал. Связали, разбили, развалили. Так, а сталкер хочет разменяться. Грейв на себя. А Рики Бой сдает тамбу. Просто бьют, развалили эту золотую тамбу. Что Чикин будешь делать? Чикин бежит. Ну, Чикин на есть тикет, а Стикин пошел просто тэп-аут. Есть чем... А я не знаю, а теперь знает, но поздно. Он уже ушел. 3-3. Счет равный. 5 минут 20 секунд прошло. Серия игр Best of 1, друзья, так что нельзя проигрывать. Бросают темпларку назад, дэмэдж, и блокируют 500 дэд. Хорошо, но рефракшн очередной раз спасает темпларочку. Сквозь него не пробиться. Так, Бейн. Ага, Брейнсап можно заслипать. А, ман, ну есть как бы манго. Ман нет, но есть манго, но там нет мелдау. Если бы был мелд у темпларки, возможно, что-то бы там как-то она смогла придумать. Ну, в общем, не факт. Вообще не факт. Слушайте, забавный. Тут предлагают вариант. Отдался на Винге, значит, нейтралом, чтобы не фидить. А пошел копией драться файт. Ну, типа там крикнул, дал стан, свапнул кого-то. Ну, а сам типа погиб. Но от нейтралов. Ну, слушайте, по-моему, вообще шикарный вариант. И все, не прикопаешься. Я не фидил, ребят. Все смерти на крипах. Все. Так. Втроем. Что-то будет сейчас интересно. Хаста есть у темпларки. У зомбака есть, собственно, золотая тамба. Тамбаинг, вот так вот бы ему называть. Сайленс на дазле, дазл очень быстро погиб. Ох, тамба. Один из вардов, кстати, в игре. Тамба, тоже вард. Такой своеобразный. Но на хасте, смотрите, чё, а почему... Почему? Где агрессия-то? Почему не бьешь? Ну ладно, крипом бьет крипом, может быть, так и надо. Втроем они вокруг Рицу. Здесь водят хороводы, возможно, сейчас они его убьют, а возможно и нет. Ну тут две трэпы, так что можно тут серьезно так подзамедлить всех. Кстати, ночь-то еще длится, и она будет длиться еще минуту. Так. Ну, что ж... Что ж, пока ничего, к сожалению, пока ничего. На разор никто не выходит, сам разор тоже никуда особо не идет. Ну, такой, не самый гангающий в мире персонаж. А, но золотая ручка есть теперь у инвокера. Как он вообще... Ага, квас векс с упором на векс. Ну, векс чуть побольше, но на единичку. Так пока нельзя сказать, что прям совсем векс на всю голову. Но чуть-чуть более векс, чем квас. Так, что? Ага, вот. Не что, а кто? Рики Бойс был найден, но маны не хватило на то, чтобы дать сайленс. Можно было, наверное, конечно, манго съесть, но не хочет манго тратить. Ну да ладно.
Кстати, насчет Вангварда, теперь он будет работать как типа у Тайдухи. Так, зацепили сейчас зомбака, будет его бросать кто-то. Ох, бросили на Олдчикина, связали. Где тамба? Есть Дикей, вот она тамба, и вот они ветра. Хорошо, подцепили Дазла, Дазла приземляется. ЕМП, Грейв на Пиццадет, Пиццадет уходит. ЕМП взрывает. Ну, в принципе, с помощью Олдчикина Дазла, и Пиццадет тоже погиб. И Спирит ушел. Или нет? Или кто-то же? Это же Джеппинс, Джеппинс что-то здесь делает. Джеппинс просто прячется, Джеппинс просто стоит, Джеппинс просто погибает. Тут золотые из зомбарята. Из золотой тамбы в центре у нас вот такая вот история. Разор против Бейна, но разор слишком слаб, чтобы что-то Бейну сделать на данной стадии, потому что Бейн просто ослип. Будь у него финсгрип, он может быть даже потянул бы время там, как это финсгрипом, чтобы остальные потянулись. ЕМП ветра, как хорошо, как смачно, без маны, замедлен на трэпе, еще на трэпе, он сейчас погибнет, он, нет, он стики, и бежит дальше, но за ним уже выход, только не убивает, вот так вот, Рицу, с помощью Бейна сделали фраг, 4-8, друзья, милости просим, 54-23, шикарное все, у инвокера, и шапка, и накидка, и крипстат тоже шикарный. Копия пишет на 50% больше урона. Нет, копия на 150 вроде больше получает урона, на она дебаджа 50% наносит. Ну, в венге смысл там, ну, типа, в том, что... Ладно, смысл в том, что как бы спиритом мы убиваем. Смысл в том, что скиллы может дать. Венга в качестве саппорта, она с руки там типа особо не бьет. Аура работает, как бы стан дается, крик тоже можно сделать. Ну, почему? Ну, и свап тоже можно сделать, понимаете, еще один свап. Вот, то есть тут такое. Там, правда, не особо понятно, получает ли она экспириенс или, ну, или хотя бы голду, если там будет ее копия что-то убивать. Ну, это прояснится чуть позже. То есть патч еще надо обкатать, еще надо посмотреть, как там, что, чего и почем. 10 минут, кстати, у нас в игре уже прошло. Если вас интересуют нетворсы, то вот они! Слева, я надеюсь, вы знаете, где надо. Слушайте, все знают, где нетворсы. Все знают, где эти вот крипстат. Комментатор, включи крипстат. Прошла минута. Почему ты не показываешь крипстат? Покажи крипстат. А какой счет в серии? Никто никогда не знает. Вот, ну, тут у нас просто Best of 1, а когда Best of 3 или Best of 5, вот... Ну, просто никто не знает. Вот где крипстат искать, все знают. Но вот где найти счет, вот, ну, никто не знает. Ну, что же это такое? Что за избирательная такая математика? Так, тут у нас... Тут у нас по-прежнему все плохо для бореалов на нижней линии, поэтому они вообще туда свалили полностью так. Йейчира замедлен. Джейчира. Ну... Так, давайте смотреть. Тут у них, в принципе, одинаковые, по сути, артеф... Ну, может быть, не совсем одинаковые, потому что есть аквилы у Разора, у Темпларки нет аквилы. Этот патч как револьвер в CSGO. Да, которого там подфиксили сразу через 3 дня. Ну... Так. Разбираем Чикина. Хотя нет, он убегает, ветра спасает его, а вот нет, за ним Реминант. Реминант бежит, летит, ой, Варлус Панч по инвокеру. Боже мой, он спасается, инвокер там убивает противников. Окей, пришла еще Тамбайнг, вот так вот, Пиццадеду больно, Пиццадед погибает, связывает Рицу. Но он тут уже один, он садится, получает, Плазмофил все-таки накрывает, он там, Найтсталкер на цикл прогибает, погибает и Бейн. А вот Сома с руки, просто Сома. Так, отправим в таверну, ультимейт работает, трипл килл уже совершил инвокер. Очень хотят они, наверное, как-то раскатить Разор, но очень больно, очень неприятно, но там зомбарит, его замедляют. Ох, боже мой, 96 хп, есть соул рипа нет, но есть замедление. Есть ветра, просто в атаку через пол карты подошла сюда еще одна, Рицу. Ну что ж, разобрались, очень серьезно, Дазл каким-то образом пришел сюда помогать команде, Сноубол вкатывается, Дазл, скорее всего, сейчас погибнет, но, правда, у него есть там Грейв, что по Джеппинсу, Джеппинс сигил, Джеппинс Анданга таки развалил. Дал он Варлус Панч по Темпларке, но на хасе уже прилетает. Сайленс вешает Чикен, он уже воскрес. Ну, Джеппинса просто избивает. Да, вот так вот очень быстро. И Рикки Бойс, дружище с Грейвом совсем подхиливает. Пришел еще Сома, но заслипали его сразу же. Грейв работает, Грейв, хорошо живем. Очень более Темпларке, но есть рефракшн. Сейчас бросить назад, есть рефракшн, хорошо. Сайленсом по Соме. Сома просто бить с руки. Дай ты мел, дай это что-нибудь. Хотя нет, не получается, бежит, надо убегать. Надо драться тогда. И ветра, ой, он заивыдел ветра, он же выжил таки или нет, заслипали его, может быть сейчас убьют, и тычка еще одна, да, убивает его, ну Разор, боже, они все уже воскресли, сколько мы деремся, это 15 минут к ряду, за Рицу бежим.
Fight Recap, непонятный, 5 в 5 по любасу было, я не смог засчитать, сколько там всего, но очень много всего, очень много. Наконец-то вроде все закончилось. Вроде бы. Оп. Не знал, куда этого курьера деть, в итоге вот так вот. Ага, ЕМПХа. Так, без маны разор. Неприятно, да. Ну, что будет делать? Инвокер дальше ничего не делает. Ну, Орчада нет. Была бы Орхидейка, можно было что придумать. Там как-то навесить на разор, поколдснепить его. Но... Хотя можно и без него было, ну, не знаю. Все равно маны у разора нет. Ну, не рискнул там. А вдруг кто-то там подойдет? Мало ли что. Там уже какие-то начались опасения. Всем нравилось Зота, зачем я иду, то испортил? Да ничего не случилось, Зота, все хорошо, друзья. Чего вы так переживаете? Это всегда все боятся нового, изменений все боятся. Все хорошо, изменения хорошие, изменения годные. Все будет прекрасно. У Сайленсера теперь глейвы, это не орб. А у Твул Деваур теперь Аркан Арбом украдет ваш интеллект, друзья. Так, напали на... товарища Дазла, так его подхиливает, но его не спасает. Сноубол вкатывается в Темплар Ассасин очень больно. Шардемиус закрыт, спонж по Темпларке, он погибает. Бэй пытается выживать, нет, не получается ничего, он погибает. 2 в 1 пока что, так, есть тамба, есть 3 ремента полетела, АМСС связали его, он просто стоит, хорошо, но ман нет уже у Соумы. Так, АМСС убегает отсюда, окей. А Рицу что будет делать? Там повесили Сайленс на Спирита, Сайленс выживает, Разор пошел в атаку, вот так вот, трипл килл уже совершил, практически ультракилл, нам чуть-чуть не хватило, чтобы еще и Анденга забрать. Ну что ж, 13-18, смогли немножко подкомбечить, и 2500, Разор зарабатывает 1700, вот это да, вот это новость. Ну, конечно, 3000 урона внес, 5200 против 2600, очень серьезно. Ну, Разор такими темпами сейчас нагонит всех тех, от кого он отставал, но он уже на 2000 темпларку опережает. Если что, давайте быстро графики почекаем. Ну, вот видите, наметилось возвращение. Барабанчик. Там как-то барабан подфиксили, я... То ли ауру как-то, скорость атаки увеличили, то ли... Встреча на Эльбе, конечно, не самая приятная на этот раз для Разора, но более приятная для его оппонентов. Ну что ж, вот такая игра, видите, кому-то приятно, кому-то больно. От этого никуда не деться, вот она... Вот оно, единство и борьба противоположностей. Прям. Законы диалектики можно изучать, играя в доту. Переход там количество изменений в качественные. Какие там еще были? Три принципа диалектики. Взаимный переход количества в качество. Слушайте, я уже все забыл. Ну, неважно. Еще какой-то я назвал один. Так. Уходим. Просит рассказать про обновление. Так мы только и делаем, что про обновление с вами разговариваем, друзья. Задавайте какой-то конкретный вопрос, давайте, потому что нельзя с самого начала все. Ну, по второму кругу, как бы, да, для вновь прибывших будет не камильфо повторять одно и то же.
Ну, для кого-то, конечно, это в новинку, если вы только пришли, но как бы в целом не очень правильно. Поэтому спрашивайте что-то конкретное, будем говорить. Я на самом деле патч так бегло прочитал, я тоже там еще не изучил его досконально. Новые артефакты появились вот для кастеров. Специально добавили артефакт, который увеличивает им рейндж. Увеличивает силу, но он как бы не дает ничего к интеллекту, он дает там скорость атаки, силу и дэмэдж. Ну, и рейндж увеличивает. То есть для Хускара прям must have вообще. Ну, там для каких-то рейнджевых товарищей тоже, там для Герокоптера, представляете, там 150 рейнджи, что он добавляет. Ну, то есть стоять можно там флэком просто поливать, не знаю, с еще большего рейнджа. Вообще не подставляться. Вот. Добавили для кастеров хороший артефакт, там для саппортов 8% увеличивает магический дэмэдж. Ну, в общем, интересно. Какие-то добавления. Вангвард изменили, мне понравилось. Теперь он 100% блокирует дэмэдж. Меньше, но 100%. Так. Спирит. Привет, Спирит, дружище, как твое? Ничего. Хорошо. Отменил. Почему? Надо бежать. Поэтому отменил. Непонятно. Так вот, панч, хорошо. Убивает. Бэйн себя слипает и заденает. Он сам себя не получается. Его разбудили, его ультимейтом убили. Ну что ж. Зато забрали Аегис. В итоге получилось все не так хорошо, как хотелось бы. Так, побежали. Побежали в атаку. Криппинг. Мне уже показалось, что это какой-то артефакт новый прилетел к Рубику. Ну, конечно же, нет, такого быть не может. Мекка утаска, а здесь персеверансик. Так, ай-яй, закрываю темпларку, но у нее есть Аганим, есть Ветрап, Разору, Сноубол и Бласт. Ну, Бластом промахнулся, потому что летал Ветрак, Разор, Темпларка пытается уйти отсюда. Но все, в нее вливает, так, стоит, погибает, отдает Аегис, теперь на развороте Андань, кто там был, там уже настакался за боков, по 4 зомбака на каждом персонаже, они очень сильно замедлили, Разор пытается что-то придумать, так. Тамба закончилась, заслипали, ой-ой-ой, подмелт, заслипут, а как же так, и теперь панч в ответ дает, темпарка рефлекшн включает, но Разор как-то попробует убить, Разор убить, нет, сама погибает, Грейв на Разор выживает, вот такая вот просто фейловая драка, пошел уже МСС из последних сил сражаться, но сил-то уже нет, там бы нет, Сноубол зато есть, воу-воу-воу-воу, Сноубол, связали, разрезали, убили, Бэйн, как ты мог просто заслипать под мелт, ну, мне показалось, что он давал мелт темпларка, а он слепанул, так, Риминан прилетел сюда, Шард прилетели, Варлус Панч тоже прилетел. И вот уже начинают совершать переворот, точнее, продолжают переворачивать, как бы. Ну, сейчас все в ноль уйдет, пока непонятно, но все уйдет. Все туда уйдет. Конкретный вопрос, что в обновлении? Ну, например, новый герой. Например, новая карта в обновлении. Например, новые артефакты в обновлении. Например, новый баланс в обновлении. Новая аркана в обновлении, то есть новый шмот. Ну вот, устраивает вас такой ответ, друзья? Новый герой в Капитанс моде. Новые, что там, новый Аганим, то есть артефакт, да, мы сказали, новый артефакт. Новые механики, по сути. Очень много всего комплексное обновление, то есть нельзя сказать, что там типа изменили трех героев, да, и все. То есть достаточно глобальное, серьезно, вот как то обновление, которое добавило там Октарин, Глимер, тоже подобавлялись очень крутые артефакты, причем разного качества, и там за 75 монет добавились артефакты дешевенькие, более дорогие артефакты, то есть еще более разнообразная стала Дота, что, наверное, не может не радовать. Да, Виверну в том числе убрали из Captain's мода, но не смогли ее как-то отбалансить и сделать более Сноубол, Варлус, Панч. Хотя еще жив, Олчики, ничего себе, вот так вот он живет, боже мой, вот подхиляли-то Soul Reap'ом, окей, идем в атаку, так. Ну, нет. Так, но нет. Так, ну когда БКБ в темпларке появится, дозоль у нее есть, блинк у нее есть, надо бы БКБ. CM-мод потихоньку убивает. Так. Не забыли, конечно же, про любимого всеми
Паджа. Изменили немножко ему ультимейт. Ну, как ультимейт? Аганим изменили. Ну и вообще ультимейт. Так. Сноубол вкатывается в Рицу. Пытался он что-то придумать, не получилось. И его замедлили, застанили, убили. Еще и зомбаря сейчас как-то порежут. Но... Слушайте, а он убегает. Неужели убежит? Что-то прилетело. Куру! Ты чё? Контроль Куру. Так. МСС, ох, достал, ты связали его, да, убили, разловили, и контрольная, в общем-то, контрольная снежка. Так вот, Пуджу, насколько я понял, теперь дисмембер, то есть ультимейт, постоянно его лечит. То есть раньше он лечит только, если у вас был аганим, сейчас он все время лечит. Но аганим тоже можно Пуджу собрать. И если у Пуджа будет аганим, то хук будет иметь меньше кулдаун и больше дэмэджа наносить. То есть 400, там что-то 25, по-моему, он наносил чистого урона, а теперь будет наносить 400 там с чем-то, 475, ну почти 500 чистого урона, ну что, согласитесь, очень даже неплохо. Так, тут заловили Рубена, ну сразу же 3 ТП спасать Рубена, вот так вот, ну там не потому что спасать Рубена, потому что есть Темпларка, которую можно убить, заслепили Темпларку, так, очень больно бойну, совсем неприятно, а Темпларке тоже неприятно, его сейчас убьют, а Темпларку просветили, убили, а Бен-то остался жить чуть дольше, чем Темплар Ассасин, но всем было плевать на Бена, потому что есть Темплар Ассасин, вот так вот, 1 в 2, размен, 20 на 20. Когда обнова, вот когда обнова, я не нашел информации, может быть, я не заметил просто ее. Кстати, друзья, вот еще такая информация. В первой доте каждый шестой патч Ice Frog какую-то там добавлял, ну, пасхалочку или там какие-то штуки. Вот я помню, там каких-то жаб искали, там что-то вот такое было. Может быть, и в новом, вот шестой этой вот 86 доте будет какая-то там пасхалочка, там какое-то время там ее оставят, потом уберут. Ну, в общем, не знаю, может быть, не будет. Так. Хорошо, Джеппинса подловили, и есть ТП, и Дазл там продовольтанул. Саундстрек, ну, такой, саундстрек вообще в никуда. Ой-ой-ой, блинк на блинк, и в итоге Таск уходит немножко в другую сторону. Так, а тут колдснэп по Дазлику, и надо попробовать его убить. Грейв, ну, Дазла, конечно, очень быстро лишили всего ХП, но Грейв-то еще работает, и, похоже, все-таки не уйдет господин Дазль. Так, но все равно остается лютый физурон у Шазамов, и они могут... Кстати, мы 3 игры сегодня посмотрим с этой командой. Может быть, и разыграются к третьей. Так вот, они могут убивать Рошана быстро. Темпларка, там все дела. Ветра, ого, хорошо. Рубен приземляется, что дальше? В Гоствок хотел уйти, или мне показалось, или ушел, потом пришел. Может быть, мискликнул. Типа, ну, Рубена убили. На этот раз не меняли его на Темпларку и Бэйна, но так получилось. Так, ТП. Да, еще раз повторюсь, друзья, саппортом стало легче. Боттл дешевле, Кура дешевле, летающая Кура тоже дешевле, за варды больше дают экспириенса, так что все хорошо. А, вот подсказывают. Уменьшает кулдаун мидхук до 4 секунд, повышает урон с 360 до 475. Ну, вот так вот. Ну, если я не ошибаюсь, все-таки он лечится от ультимейта просто так. То есть не надо ему аганим, чтобы лечиться, он просто лечится. Ну, я могу быть неточным, друзья, я еще раз повторяюсь, только-только-только вышло обновление, мы сейчас все-таки, я наблюдаю за игрой, да, поэтому не могу там одновременно и читать, и чат, и еще там пролистывать изменения, смотреть, и еще и за игрой наблюдать. Но я думаю, в любом случае, к сожалению, так получилось. Так, ладно, потом, после файта, окей, есть БКБ у Разора, пошел он там с Мафилдом, всех попал.
И дальше идут, все уже отступают из Шазамов, возможно, отдают Андайнга, остальные уйдут. Андайнг не хочет отдаваться, подхиливать, себя хорошо держит сейчас Спирит, а Спирит-то больно, остается на него повесили, Спирит сейчас, нет, Спирит выживает, вот так вот, сам Слендиментер развернулся, Тубарка прыгает, Тубарка бьет, Темпларка, просто вон там, не получилось, точнее, Псибилдами, Сноубол по Темпларке, Темпларка, есть блинки, там пытается снова связывать, Разор теперь подставляется, Разор очень больно, пытается найти Санстрайк, куда, на ход, Разор мимо. Лол 2 в 1, ну как-то очень были на волоске от гибели еще три персонажа, могли бы потерять здесь больше, но не потеряли. Спирит там смог как-то задоджиться, там все заэвэдить, вот все-таки не хватает вот этого сайленса для инвокера. Аганим там, Мидас, Форстав, Барабан, круто, где сайленс? Слушай, с сайленсом бы, ну еще было бы проще, да? То есть затыкаем сайленсом Спирита один раз, потом второй раз. 22 на 24, давайте графики посмотрим. Ну вот опять, да, в нули вроде вышло, а потом пошло назад. Так, так, панч, ветра, бласт, хорошо, Разор прошел, форстайт, все инвокер назад, Сноубол за ними, Сноубол, связали, Рицу очень больно, ему весь тамба подхиливает его зомбарь, была мека, но все, к сожалению. Так, тут не получилось, просто порезали, пописали, порезали. Какая пасхалочка, говорят, не поняли, но неважно, неважно, друзья, это уже неважно. Так, кто у нас здесь? Old Chicken. Рубен за ними на метле, на метле. Ну, он не просто на метле, но еще на ворованном гостволке, так что... Все у него прекрасно. Вопрос, сколько героев в доту добавили за последние 4 года? Это, кстати, интересный вопрос. Я даже и не скажу. Ну, добавили минера, добавили вот... Кого еще добавили? Скаймага добавили, по-моему. Вот, эту добавили, Арк Вардена теперь добавили. 3-4, наверное, 4 добавили, может больше. Так, ну забирают внизу Сталкера. Ультимейт продолжает работать, Либен еще подставляет. Зачем? Да, беги назад, дружище, глупец, беги назад, Слип, Разор, ее разбедули. Ой, шарды, ой, больно. Так, все разрезы, хорошо, Бейн заслипал себя, выживает. А вот Джеппинса нет. Вообще не Джеппинса, а... Ну, в общем, неважно, еще и Рубена там завалили. Так, дальше, идут дальше, цепляют. Вот, вот он, кстати, Джеппинс. Разора тогда выбили, ошибся. Так, Сноубол, и на блинке сразу же бежать отсюда. Хорошо. Но Санстрайк точный. Правда, уже сделал ТП оттуда. Как-то вроде выиграли начало Шазамы, потом провалили середину. И вот сейчас начинают выходить в лейт и выигрывать. Это третий уже Рошан. А, нет, не третий, что мне показалось. Третий, второй Рошан. Ну, как бы логично, да? Нет, Цира, значит, второй. Спирит подпушил. Почему-то Темпларка не хочет БКБ себе приобретать. И Инвокер тоже бы... Никто БКБ не хочет, я не понимаю, что, почему. БКБ уже не модно или что? Что случилось? Кстати, насчет вот саппортов. Их подняли, знаете, еще за счет чего? А, артефакты, которые давали дэмэдж, теперь будут наносить меньше урона. То есть, например, Дейдалус будет меньше урона наносить, криты будут меньше. Плюс МКБ будет меньше урона наносить, Башер будет меньше урона наносить. Ну, вот такие вот три топовых дамажащих артефакта будут наносить меньше урона. Там, правда, с МКБ и Башем такая история, что у них сам артефакт наносит меньше урона, но больше дэмэджа. Если баш прокает, от баша будет. Но, тем не менее, Смоки, ну, то есть саппортом будет как бы легче пережить вот этот какой-то там бёрст от противника. Команды разминулись, пошли встречными курсами. Нет, не встречными, они пошли как-то противоположными вот так вот курсами.
ну тогда мы не будем себя скрывать, мы просто пойдем драться. Так, да, ой-ой-ой, напали, ой, хорошо напали, но там ветра просто в лицо всем. Сноубол подкатился под темпларку, темпларке больно, она дэмэдж теряет, но, ого, о, ага, БКБ разор вынужден прожимать, но держит его финсгрипе, держит его бензер, попробуется фуксить, темпларка прыгает, не в того ты бежишь, разору там бить, добить, разору бей же, в конце концов, разору, да, забила, но выбили из нее эгис, но это... На самом деле хорошо, ну то есть нормальный размен Эгиса, так вот получился, Тавр тоже забрали. А наверху-то что происходит? Наверху-то происходит вот такая вот история, но очень долго там будет пинать этот, собственно, Тавр. Вынужден Дазл делать байбек, Разор не может сделать байбек, не получается, байбеки на ваших экранах. Тут уже фортификация пошла, ой-ой-ой, пошла, там из одного удара, она его развалила, вот это да! Ну это вы просто видели, как она его просто порешила, или не просто порешила, а как-то очень... Коварно порешила, но ну, мне кажется, это слишком было жестко. Сторону забрали. Спирит, ну, грубейшую ошибку совершил, он ничего здесь не сделал, то, что он там забрал каким-то образом тавер, это типа фигня. Сейчас он сайленс получит, оп, привет, дружок, сюда. Ага, ну, мотосалом сбросил, хорошо, хочет сделать фраг. Фраг сделал. Ну, вот, может быть, даже второй сделает. Слушайте, вот теперь это неплохо, так, вот, вот, привет. Так, шарды. Че шарды? Че я шарды? Чины? Че шарды? Я, наверное, всю игру говорил шарды. Что странно. Это обнова просто все из головы выбило. Столько информации сразу надо удержать в голове. Интересный экспириенс. Ну что ж, графики. Тут серьезная была. Споткнулись очень серьезные бариалы и вот упали немножко лицом. Немножко теперь на лице видны следы падения. Хотя уже БКБхи будут, не могу понять. Ну, конечно, Рицу с одной стороны показал нам, что БКБ ему абсолютно не надо, если он там с одного удара убивает саппорта. Но, как бы, это все прекрасно, но надо БКБ. Как бы, вот знаете, все идет, все меняется, но БКБ актуально вот всегда. Что в первой доте, что во второй, там, что в патче 83, 82, 80, любой вообще патч, всегда БКБ актуально. Оно не может не быть актуальным. Мне понравился комментарий нашего модератора, что артефактов добавили, а слотов-то всего 6 так и осталось. Артефактов больше, а слотов-то не прибавилось. Добавьте слот. Ну, на самом деле, тут можно сколько угодно еще слотов добавить героям, там, как бы, это не так сложно сделать. Можно уменьшить, там, каждый слот на, там, 33% и добавить еще 2. Будет у вас вот в этом же окошке 8 слотов, да, как бы. Можно здесь вот часть уменьшить или тут уменьшить и там дорисовать. Ну, короче, все можно сдвинуть, если надо. Тут вот область чуть-чуть поменьше, там портрет, ну, можно уменьшить эту вот полосу, тут можно сократить чуть-чуть, там, скиллы тут подрезать чуть-чуть, вот, да, ну, грубо говоря, они сейчас занимают, там, 150 пикселей, сделать 120 пикселей, появится место. Ну, то есть вариантов масса для того, как добавить, там, новых слотов, ну, если в этом будет необходимость, но количество слотов — это во многом механика доты, то есть, да, чем больше слотов, больше артефактов, соответственно, значит, сильнее герои. И, ну, как бы, это может серьезно изменить баланс. И так добавили муншард, который можно как бы съесть, там, агонимую алхимика, которая как бы, как пассивочка вот здесь вот действует. То есть, есть виртуально еще 2 слота. МКБ наслаждается. Пока еще МКБ много урона наносит, будет потом меньше. Руна волшебства. Что тут эта руна? Новая руна. Новая руна, она уменьшает кулдаун на 30%. И монокост скиллов тоже уменьшает. И действует она что-то около 40 секунд. Ну, весьма неплохо. Смог, 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 смог. Ой, Разор, боже ты мой, Разор попадает под ультимейт, блин, сразу же прыгает, сразу же мол, сразу же еще, боже ты мой, Грейв, да, но он, скорее всего, не протянет очень долго. Да, Грейв сейчас закончится, его замедлили, вот они микростаны, вот они, голые пятки Разора. А, так, боже ты мой, ну, вы видите, да, вот это вот просто, ну, как это назвать, это аннигиляция, просто терминатор, наверное, даже жестче, чем терминатор.
Так, сноубол, Рубен. Ну, можно долго держать визабли, хотя нет, Сайленс Лучикин вешает, просветили на всякий пожарный случай, привязать не получилось. Ремнанты полетели, ну что ж, Санстрайк, рефракшн, хорошо, будет драться, дерется же, но нет, все-таки погибает. Мелт дает Рубену. Ну, вот не получается, да. Слишком долго жить. Так, что у нас тут? У нас здесь панч. У нас здесь панч по Чикину. Чикин уже довольно плотно. Не попадает сейчас Рицу ветрами. И ЕМП не попадает тоже. Хотя, казалось бы, но областом вроде попадает. Да, попадает по Спириту. Спирит там разрезает, держит Рицу. Рицу приземляется вниз. Теперь там просто Лучикин сражается. А его все-таки забил он этого керри-героя. Еще одного отправил в таверну. Ну, 2 в 2 в итоге получается. Но форстав тебя вперед. Рицу заслипал. Рубен сам себя. Ставит замедляющую стену. Сайленс напится. Дед Грейв на него. Окей, будет драться. Есть телепорт сюда, потому что сделал байбек. Ага, все разбегаются. Ну, на байбек развели тоже неплохо. Ремнанты полетели. Можно как-то прыгнуть, но нет блинка. Ну, давайте. Так, плазмофилд какой-то, может быть, еще что-то. Нет, ничего не получается. Такая упорная игра вообще. Спрашивают, как тебя гоним на Бриста. Ну, вы же понимаете, да, в чем суть любого аганима? Его надо собрать. То есть, пока вы собираете аганим, а аганим ферст-айтемом, ну, не всегда полезно собирать, да, то есть, хотелось бы какую-нибудь там сапожок ПТ-ху собрать, какой-то там барабанчик или вангвардик, да, если мы говорим о бристлбеке. Хотелось бы какой-нибудь там, ну, может быть, Soul Ring там, или стики, ну, супер стики, да, они тоже недешево стоят, ну, как бы 500 монет на дороге не валяются, да, какой-то брассерок, может быть, купить, вот. И в итоге Ваганим начинает там Бристлбек выходить там на какой-нибудь, ну, с 10-й минуты, грубо говоря, да, и то, если у него все хорошо. А, вот. Ну, и там... Если он активно круто фармит на там какой-нибудь 20-й, да, у него появляется. Ну, хотя на самом деле на 20-й минуте тоже неплохо. Ну, в общем, аганим хороший у Бриста, крутейший аганим. На самом деле замедляет всех, там в радиусе 600, кажется, он применяется, это замедление, слизь. Так что да, эффект неплох. И мы знаем, как Бристлбек может переворачивать сражение. Одно время даже был Бристлбек топовым кэрри, да, то есть... Постоянно у нас был кэрри Бристлбек. То есть теоретически очень даже возможно, что он появится, ну, получит второе дыхание. Плюс как бы вангвард, который блокирует 100% там 32 урона. Новый вангвард, обновленный. Все-таки сделал свое дело, забрал барак. Так что аганим на Бристе вот смотрится весьма солидно. Плюс кто-то говорил здесь, что возможно какие-то комбинации с быстрым аганимом за счет, там, допустим, товарища алхимика, то есть фармит алхимик, на аганим сразу же дает его Бристу, и Брист там просто пошел всех замедлять. Ну, посмотрим. То есть теперь для какой-то тактической построения своего наступления, для какой-то вот, ну... хитрой стратегии больше возможностей, да, то есть тактик больше становится, больше артефактов, больше всего. Это хорошо. То есть вот вы хотели нового в доте, да, вот вам новый патч, новый герой в Captain's моде, новые артефакты, новая, по сути, механика, потому что, смотрите, сейчас скорость перемещения у всех героев меньше станет за счет того, что все сапоги теперь на, ну, медленнее, все сапоги медленнее на 5. То есть раньше сапог там, сколько он давал? Ну, вот часто где-то, где сапог-то? Плюс 50 movement speed, да? Будет дешевле стоить, но будет меньше давать movement speed. То есть, вот, кстати, в этом свете еще дополнительное замедление этого Бристлбека смотрится вообще круто. То есть, возможно, как-то у нас перейдет дота фазу того, что актуальными будут герои у тех, которых move speed побольше. Там типа Луна, Инча, ну, которые изначально очень много его имеют. И там Скаймаг, может быть, вернется. Потому что реально, мувспид серьезно такой бонус, да, то есть можно убежать или не убежать, вот, меньше, то есть мувспид раз, да, меньше дэмэджа с артефактов два. А, вот,
вычисляет спирит, спирит на блинке убегает, так, слушайте, ну вот почти, да, нашли все-таки, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, просто, смотрите, разрушители лесов. Плюс новые механики, которые, ну, как минимум новая механика, смотрите, есть вот такой замечательный артефакт, как Iron Branch, да? И теперь с помощью Iron Branch можно посадить дерево. Вот стоит здесь дерево, можно стоять тут еще одно, и еще одно, да, еще одно. В любом месте можно посадить дерево. Оно пропадет через какое-то время, но, как бы, чем это хорошо? За деревом можно спрятаться. Вокруг него можно, особенно вот ночью, да и днем вот так вот бегать кругами просто. Ну, а если там два дерева, три дерева, какие-то засады можно организовывать, да? Там вот, допустим, на первом левеле прибегает вот команда впятером сюда, за руной. Вот сюда, за руной, да? Прибежала сюда, а тут стоит вот так вот четыре дерева в рядочек. И непонятно, что за деревьями там. Кто-то есть за этими деревьями или нет за кого-то за деревьями. А противники как-то обошли, маневр сделали сзади и напали в спину. То есть пока те думали, что же с этими, заходить туда, не заходить. Ну, в общем, очень много вариантов. Сноубол покатился хорошо. Инвокер уже 25-го левела, блоты во все стороны или нет, не 25-го показалось. All right. ПКБ у Разора, Разор отступает назад. Даск там что-то пытается что-то придумать. Ага, ну просто уже Бьютрон. Есть байбеки, есть мека, Сайленс на Джеппинса, KI, фортификация, хорошо. Есть рефракшн, плазмофилд, прыгать вперед Рицу и бить. Теперь Разор обед переключился немножко на него. Ну там уже все остальные погибли, и GG VP вынуждены прописать бариалы. Саундстрайк еще по Разорчику, но нет. Good game, well played. Друзья, давайте так. Как-то, я так понимаю, у нас сегодняшние игры будут каким-то фоном проходить. И будем обсуждать патчи и так далее. Задавайте свои какие-то вопросы. Я их почитаю, потом обсудим во время следующего матча. А пока уйдем на перерыв. Послушаем какой-нибудь музыки.